Красноармейск. Дореволюционный город. Дома, короче, начало прошлого века и конец позапрошлого. А это Веста наша. Вот там тоже пес живет. А где? А, он пошел кушать. Где он там? Где-то поставили мы там еду собачке. Так, кто там говорил, что я елки путаю с соснами? Короче, это сосны. Всех приветствую, уважаемые подписчики. Заходите на мой канал, подписывайтесь уже. Хочу 1000 подписчиков, чтобы включать прямые эфиры. Очень много интересного можно рассказать, можно пообщаться. В прямом эфире речка, и бобры там живут, да? Бобры там живут. Тут у нас железнодорожная платформа, откуда маэстро ездит на работу. Сейчас не пойму, что творится в жизни. Работы, короче, где я работал, на этой неделе нет. Пришлось искать новую. Короче, эту неделю я не работал, как всегда. Перед 8 марта без денег, блин. Нашел работу, далеко, правда, ездить. С понедельника выхожу на новую работу. А ту оставим так, в качестве подработки. Вот такой тут люд живет, ходят, матом ругаются. Я стараюсь не ругаться, но не всегда получается. Вообще, в обычной жизни я страшучий матерщинник. Вот у меня дедушка очень сильно ругался матом. Отец папы. Кавалер Ордена Славы. Вот. А папа мне говорил, сказал однажды, что я даже деда переплюнул. По красноречию истинно русского языка. Так, городок прикольный. Тихий, мирный. Чем-то похож на наш Липецкий Задонск. Ну, тоже так, наверное, 1030-50 люди здесь живут. Машины вот пока дошли. Раз-два и обчелся. А как речка-то называется? Речка Воря. Воря? Воря. А что, а как переводится? Воря и Воря. Не, ну как-то переводится каждая река. Там вот новый район. Северный округ. Здесь вот старый. Вот эти дома. Еще царей видели. Да, башни, что это, новостройки. Интересно. А вот эти дома, там такая кладка, что, ну, есть, конечно, кирпичики, которые начали откалываться, а так ни одной трещинки в домах. 1825-го там есть и раньше, и позже такие дома. Вот речка Воря. Теперь буду знать, как река называется. С моста прыгала, нет? Да.
ребята прыгают летом? Что там? А, там мелко, да? Куда ты пошла? Куда? Через мост пойдет? Вот там электрону. Что видишь? Высоко. Да высоко это не высоко. Главное, что там мелко. Не успеешь загнуться, чтобы вынырнуть. Здесь мост, речка. Тут говорят, живут бобры. Бобров я не вижу. Что? Рыбка, говорит, пошла. Да, рыбкой, топориком. Тут можно, наверное, только топориком. Сливают в речку, ничего? Нет. Никаких заводов нет шальных? Нет. Тут какой-то частный сектор, да? Или это дача? Это дача. Дача. Чьи-то дачи. Тоже хочу дачу в Подмосковье. Это типа плотина, да? Где? Вот это. Что это за насыпь такая? Дальше. Наверное, от этого, от паводка. Дамбочка. Веста, передай привет подписчикам. Веста, дай лапку, дай лапку. Веста, Веста, Веста. Веста, дай лапку, дай лапку. Лапку дай, дай лапку. Ну дай лапку, дай лапку. Веста. Жадина. Смотри, как туда не попало. Че, куда пойдем? Пойдем, пойдем назад. Пошли, Веста. Заходите, подписывайтесь уже. Задавайте, задавайте вопросы какие-нибудь. Про совок, что я вам могу сказать. Устали там. Колючего видел. Циклопа космоса. Машка, там два новых вам малоизвестных типа. Да и все. На вокзале нету никого. Все поразъехались по домам, по рабочим. Жду у себя в гостях. Ой, осторожно! Это собака, ёшкин кот. Собаку-то по четыре ноги.